Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Пока готовится моя курочка в афганском казане, ссылочка на видео будет в описании под видео, если вам интересно, как она у меня готовится. Мы приготовим шампиньоны маринованные, шампиньоны быстрого маринования. Для этого нам понадобится килограмм шампиньонов, чуть-чуть лимонной кислоты, десертной ложечки, смесь перцев, я буду использовать душистый перец, молотый черный перец, аджику, чеснок, столовую ложку соли, 2 столовых ложки сахара и 3 лаврушечки. 150 мл воды и рюмочка уксуса. Теперь готовим наш маринад. Берем 5-литровую кастрюльку, высыпаем наши приправы, берем грибы, аккуратно выкладываем в кастрюлю, выливаем уксус и нашу воду. Смотрите, наши грибы как бы жидкостью не покрыты, но вы не волнуйтесь. Сейчас мы поставим это все на газ, буквально 5 минут, и наши грибы будут на уровне с водой. Примерно буду варить 15 минут. Переходим на другую камеру и ставим наши грибочки на газ, на большой огонь. Как видите, вот здесь у меня готовится курочка в казане, про что я говорил ранее. Включаем, ждем сейчас минут 5. Прошло 5 минут, и как видите, наши грибочки потихоньку увариваются. Засекаем еще 10 минут, и грибы будут вполне полностью готовы. Прошло еще 5 минут, и добавляем ложку растительного масла. Теперь хорошенько перемешиваем и еще прокипятим наши грибочки 5 минут. Вот прошло 15 минут варки наших шампиньонов. Выключаем газ, накрываем их крышкой и оставляем до полного остывания. Если хотите остудить грибочки побыстрее, их можно вынести в холодное место, на балкон. Они будут остывать быстрее. Но пусть остывают именно вот в своем рассоле. Как раз когда остынут наши грибочки, будет готова наша курочка и наша картошка. Наши грибочки остыли. Посмотрите, насколько красивые они получились. Сверху я присыпал лучком. И сейчас попробуем на вкус, как у нас получился грибочек. Очень пикантный, такой островатый. Самое то, очень вкусно, очень быстро. Я рекомендую не мариновать грибы на зиму, а делать вот так вот быстрым рецептом. Это и лучше, и вкусней, и не надо заморачиваться с закатками. На этом видео буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.